Всем привет, с вами Герс Никита, и сегодня я наконец-то продолжаю проходить игру под названием Outlast 2. В прошлой серии, как вы помните, мы наконец-то отомстили этой старухе. И, ребят, давайте на этом видео наберем 30 лайков, и я пойду снимать следующую серию. Извиняюсь за то, что серии так долго не было. Итак, мы продолжаем идти к шахте. Мы, к сожалению, сбились с пути. Сбили какие-то птицы, непонятно что, короче говоря, ребят. Не дозавершил я еще, ребятки, дела с переездом. Также я работаю и учусь при этом. Ну, еще также хожу в качалку. Поэтому на видео сами... Блять! Поэтому на видео сами не понимаете, видео... Время мало остается. Блин, пугает? Однако. Ну, серьезно, испугали, а? Ну, сегодня я постараюсь записать Call of Duty Black Ops 1 и... И Outlast 2. Что-то было. Блин, надоели уже пугать, честное слово. Вот такая вот эта опасная игрушка Outlast 2. Чего ж поделаешь? Так. Фу, черт. Кажется, должна быть другая дорога. God bless. Sickness here. А, sickness. Болезнь здесь. Sickness here. С богом. Ну ладно, давай. Сюда прыгнем, что ли. Раз пути больше нету, придется нам идти сюда. На самом деле, с вебкой... Ну, как сказать, с вебкой? С камерой не так страшно играть, чем одному. Тем более, я играю утром. Так уж получилось, ребятки. Пришел только что с колледжа. Вот. После записи видео пойду поработаю и потом в качалочку, наверное. Так, добро пожаловать в это место. Ну-ка, давай прочитаем. Ну, ребят, сами почитайте. Я сделал вебку, наверное, поменьше, чтобы вы могли прочитать. Я просто не хочу действительно тратить на это время. Так, кто там завывает? Кто там посмел завывать? Ну и кто это такой? Это Энд, что ли? Что мне с ним делать-то? Я боюсь туда идти, на самом деле. Но, видимо, придется. Господи, а это кто? Это бабка-клептоманка, но, по-моему, она не злая, да? Может, и злая. О, но он снизойдет на облако саранчи, чтобы излечить наши болезни. А раскаявшихся пораженных. Пораженные какие-то. Закрывай. Господи, спящая бабка. Ладно, берем батарейку. Можно отсюда вылезти, я так понимаю, да? Давай запрем. Так, я вроде вылез, да? Блять! Ты нахрена на меня наблевала? Господи! Это Шурыгина! Помните, когда Семенов ее чпокала, она блевала? Она еще рассказывала на детекторе лжи. Ребят, извиняюсь, что вас напугал, наверное, больше, чем... Это бабуся. Блевака. Господи, туда я точно не пойду. На пораженные они вроде не нападают же, ну. Я раскаялся в
Пожалуйста, излечи меня, я раскаиваюсь, пожалуйста. Господи! Господи, за что? Господи! Быстрей! I can still find my way to the mine. Надо до шахты добраться. Так, ребят, сами почитайте. Да кто меня бьет, блин, а? Какие деревенские ублюдки. Да не бейте меня, ёла. Я ни черта не вижу. Боже, хватит. Кто меня бил? Please, I don't want to die, на самом деле. Actually. Так, а чё там? Батареечка. Батарейку надо забрать. Блокируй. А вообще сюда? Не знаю, ребят. Так, я не могу пролезть, значит, там сюда. Угу. Видимо, да. Здрасте! Пошел нахрен. Ай-яй-яй-яй! Здравствуйте, здравствуйте! Но мы же не туда опять пробежали, а. Мы же опять обратно. Нет, нам не туда, значит, ребят. Это мы читали уже. Ой, я не знаю, куда там идти. Очевидно, куда-то вперед, может. Не страхово. На самом деле. Ну, это понятно, они тут завывают пораженные. Куда мне идти? Вашу мать. Я надеюсь, этот придурок на меня не нападет здесь. Потому что мне придется убивать. Убегать, говорю. Убивать. Ну, туда я не полезу уже. Блять, опять они блюют, ёлта пала. Главное, тут их дохерища. Хм, смотри, что притащил кот. О, господи, помоги мне, ты должен мне помочь. Нет, я тебе не должен помогать. Боже, отвратительные твари. Это зомби какие-то, ребят. Фух. Омерзительное место. Надо отсюда поскорее выбираться. Еще мужчины, переставшие использовать женщину природным путем. Я думаю, таких мужчин нету.
Опять же, можно в окно залезть, а смысл? Ладно, перезаряжаем. Я не хочу в дома залезать. Так что на это придется слишком много времени тратить. Но там могла бы быть батарейка, скорее всего. Что там делают? Господи, кто это? Боже, что мой. Я даже не знал, на что смотрю. Это было как будто обезображенный ребенок. Ага. Ну, давай сюда. Ладно, двинем. Я хочу батарейку найти. 100% есть батарейка. Я же говорил. Вон фонарька и батарейка. Господи, вот что это такое? Хватит пугать. Еще какой-то чудик огромный, да? Походу дела. Ладно, я думаю, мы переживем. Вот это мне уже не нравится, на самом деле. Чтобы выглянуть из-за края, нажмите QE. Видимо, сейчас что-то будет. Из-за края появится какой-нибудь ублюдок. Типа того. Ах ты, ёлы-палы! Ну нахрена? Твою мать. Ловушка была, да? Господи, сколько можно? Они скримеры, а? Я думал, у тебя в глазах потемнело из-за того, что ты... Получилось сотрясение головного мозга. Так, ага, ну тут, я так понимаю, мы оказались с противоположной стороны. Опять пораженные. Куча пораженных. Блять! Кто это? Бог ты мой! Кто это? Блять, что это за чудило? Что это за матрица? Остановить его! Нет, не надо меня останавливать. Блять, это пиздец какой-то, ребята, они за мной гонятся, у меня мурашки похожи. Да лезь! Лаги какие-то. Чё за лаги? Все нормально. Фух, ну и трэш. Ну не так страшно на самом деле. Меня вот только скример пугает. Джесс, вернись. Вот если бы не скримеры, все было бы чики-пуки. Я, кстати, все-таки погромче сделал микрофон, потому что... То меня тихо слышно, то меня громко. Но я Call of Duty Black Ops первый записывал. Там же не было скримеров, где я орал, да? На этих моментах. Поэтому, может, и тихо. А вот в Outlast как раз-таки громковато будет. Не, в Outlast наоборот нормально будет, если я снижу звук немножко. Но я все равно погромче сделал 55%. А в Black Ops было 50%. Я решил сделать потише и все равно... И был тихо слишком. Так, ладно. Куда нам идти-то, господи? Господи ты, боже мой. Так. Ладно, я думаю, перезарядить стоит. За мной какой-то чудило гналась. Вообще, что это такое? Так, я не понимаю, куда мне идти. Может быть, наверх как-то забраться? Да, скорее всего, ребят. Я думаю, что так. Ну, смотри, здесь мы были, да? Где-то мы еще батареечку нашли. Нет, нам не сюда, значит. Ладно, сваливать надо отсюда. Так, ну тут заперто. Единственный путь в ванную, да?
Очевидно, что так. Давайте, скример. Where is screamer? Screamer? Нет. I have no screamers. Окей, ладно. Здесь я был, да? Так, куда я еще не ходил? Сюда, наверное, не ходил. Давай все проведаем. Так, заперто. Понятно. Тут тоже не откроешь. Значит, сюда. Блок. Блок. Тоже блок. Куда идти-то тогда? Что-то понять не могу. Везде блоки. Но здесь я был. Что тут мне делать-то? А, взаимодействовать. Вон оно что. Идет сохранение. Посмотреть поближе, ну-ка. Сегодня я вызвал мисс Грейс урока физкультуры, чтобы побеседовать с ней. Отец Лутер Милх говорил мне, что она... Что он, она слишком чувствительная, и что это нехорошо для нее. И я в этом не сомневаюсь, бедная девочка. Я знаю, что ты общался с ее отцом и его выдающейся личностью. А ее мать была настоящей трагедией. Я не успел прочитать, ну ладно. Настоящий трагедий, да упокой Господь ее душу. Но все-таки отец Лутер мне считает, что поехать на экскурсию на фабрику пианино... пианино было плохой идеей Джессики. Я склонен с этим согласиться. Есть высокий риск того, что она сбежит. Кроме этого, подпись ее отца на разрешение выглядит немного подозрительно. Скорее всего, она поддельная. Мне нужно ваше подтверждение на отмену разрешения. Мы рассмотрим его... Короче, понятно, ладно. Ладненько. Так, что у нас тут? Тут у нас выключен комп. Здесь тоже вырублен. Короче, про какую-то сумасшедшую чику шла речь, я так понимаю, да? Но я не могу понять, что мне делать. Там сохранение прошло, смотри. Значит, мы на верном пути, да? Ну, сохранение прошло, и что дальше? Его на... Рассмотрим его на библиотечном занятии в этот день. Шелли Пархам, школьный психолог, школа Святой Сибилы. Ну, а что мне делать с этим? Смотреть поближе можно было, да? Я не знаю, ребят, что от меня требуется. Что я с этим компьютером сделать могу? 95-й год. Да, давно это было. Чё, там дверь открылась? О, вот она. Блять. Что за черт? Я же говорю, дверь открылась, я слышал. Не уходи. Don't let me go. О, будьте осторожны, глазки с тем, что вы видите. О, будьте осторожны, глазки с тем, что вы видите. Ой, опять хотят меня напугать. Так, окей, лог. Тут заблочено все, но тут нет, да? Опять игра висельника. Че творится, а? Вон, валить надо отсюда. Давай лезь. Сейчас начнется трэш, ребят. Куда это я лезу? Вот опять в другом каком-то совершенно месте оказался. О, здравствуйте. Нет, нет, давай, отпусти.
Черт, отвали от меня! Черт, отвали, проклятие! Дайте его нам! Дайте его нам! О, хвала Господу, его пророку Ноту! Хвала Господу! Прости меня, Господи, но я должен быть уверен. Открой ему рот, Ник. Что вы творите, а? Да проглоти это, вот так. Господи, пожалуйста, пусть он будет один. Он не запятан, он чист. Он мессия прожженных. Ты вонючий дворняга, он еще не перевоплотился. Он не переродился. Сначала нужно затащить его на тот крест. Берите мой молоток и гвозди, давайте поднимем его на холм. Они что, его распять на кресте, что ли, хотят? Он родился на крыльях саранчи, незапятнанный, как новорожденный. Твою мать, ребят. Что за трэш? Это, я так понимаю, как Иисуса Христа нас, да, хотят распять на кресте? Ужас какой-то, ребят. Будет больно. Мы съедим эту плоть во время святого причастия. Излечимся от своих физических грехов. То есть они хотят... И мы унаследуем эту разрушенную землю. Они хотят его сожрать. Они так понимают, что он какой-то избранный, я так понял, да? Видишь, мы все приготовили для тебя, все готово. Что? Не делайте этого, пожалуйста. Господи, я хочу сказать, где твоя проповедь? У тебя должна быть для нас проповедь, которая по окончании всего приведет нас к спасению. Истина, твое наставление. Охренеть. Хорошо, старина Ник, думаю, нам стоит забить эти гвозди. Подождите, подождите, подождите. Как же больно-то это все. Охренеть, ребят. Хорошо, хорошо, было неплохо, правда? Что это такое? Ник, дай мне это. Это камера, запись. Конечно, как я мог ее не заметить? Современный Христос скорее будет использовать камеру, а не книгу. Это наша проповедь, как я мог и не знать? Господи, прости, что сомневался. Нет таких страданий, которые я не заслужил. Я червь, гнойная рана. Заберите камеру и оставьте его в покое, ребят. Какого черта? Я должен выучить его уроки. Забейте еще один гвоздь и держите его. Нет, нет. Ты свет мира, это путь, ты моя сила. Охренеть. Я так понимаю, гейм-овер, да? Но нет. Все еще нет, да? Как больно! Охренеть. Да уж, это уже не заживет, по ходу дела. Истекать кровь, нужно найти бинты. Жалко, как нет регенерации, да, ребят? Черт, нужно остановить кровь, нужно... Как я тебя остановлю кровь, я ничего не вижу.
Вон, да, там, наверное, есть бинты, да? Наш Христос. Че, нету бинтов? Херово дело. Я ничего не вижу на самом деле, ребят. Где-то похожую музыку я, кстати говоря, уже слышал. Блять, нет! Я думал, он не нападает. Чё делать? А где мне бинты-то искать, ёла? Ну, серьезно, меня просто игра бесить начинает. Вот когда не знаешь, куда идти. Куда, блин? Туда-сюда ходи. Я опять потерялся, ребят. Не успел начать, уже потерялся, да? И самое главное, бинтом полечился, сохраняхи нет. Вот это самое удивительное. Давай, ладно, еще раз полечимся. Вот если была бы камера, потому что подсвечивать надо, а света нет ни хера. Ну вон они опять бинты, да? Давай лечись. Да понятное дело, что дьявольски больно. Лечись давай. Я просто не знаю, куда идти. Самое интересное. Ну очевидно, не назад. Потому что если я пойду назад, меня опять прикончит чувак с мачете. Я вырежу опять же все эти тупники, скорее всего. Даже смысл на них смотреть. Так, а что тут у нас? Что у нас здесь, да? Как бы пролезть туда, что ли? Ни черта не вижу. Ни черта не видно. Очевидно, придется лезть обратно к этим голодранцам. Ну, туда-сюда, я не знаю. Туда не пройду. Сюда, может, смотри, подожди. Не заметил. Сюда, наверное, идти. Да. Слава богу, нашли. Наконец-то нашли проходик. Самое главное, ни черта не видно, блин. Да, вон кровь. Значит, в прошлый раз я не так шел. Сейчас опять по морде получу, наверное, да? Не, не получил, слава богу. Ловушки на этот раз нет. Видимо, они поняли, что наш главный персонаж сдох. Надо, самое главное, камеру хватить. Или фонарь какой-нибудь. Или прибор ночного видения. Не сколько камеры мне нужна, а сколько прибор ночного видения, встроенный в эту камеру.
Ладно, давай ползком. Что такое? Кого-то они ищут. Видимо, опять людишки прибежали, да? Ух, ёла. Не нравится мне это. Прошло сохранение. Ни к чему хорошему это не приведет, я чувствую. Ну, хотя, наоборот, хорошо, что сохранение прошло. И сейчас будет какой-то босс. А, ну понятно, почему прошло сохранение. Потому что повсюду рыщет. Бинты нашли. Камеру бы найти. Это главнее, чем бинты. Хотя бинты тоже не повредят. Но на легком уровне сложности. А, на нормальном я играю. На нормальном уровне сложности ХП восстанавливается же. Так, идем в дом бабы Ёшки, да? Ага. Там чел прошел. Вон, я его вижу, он идет. Вон он его силуэт. Ну, уходи, я хочу в дом зайти. Ну, туда же внутрь зашел. Ага. А может, мне тоже в дом надо? Так. Идет, идет, да? Ты должен был умереть. Че, они у меня заболели, что ли? Видимо, да. Да, заболел, он подходит ко мне. Да, ты смотри. Блять, а как? Подожди. Ты чё, падла, ёла? Ты чё творишь? Говнюк такой. Да, он запалил, засранец. Иди. Да закрой ты, блять! Блять, он сюда идет. Ну куда мне идти-то? Ладно, спрячемся здесь. Пока что. Он в дом зашел. Блядь. Валим быстрее. Блядь, ёбаный шашлык. Ну кто ж тебя просил оборачиваться-то? Ядрение феня, блядь. Блять, тут тупик. Все, пиздец. А, нет, не тупик. Поднимайся.
черта не видно, ребят. О, во. Нашел путь. Так, сохраняха. Это нехорошо. Сейчас будет босс-файт, наверное. Ну, какой босс-файт? Ладно. Нам нечем драться. Я пошутил, ребят. Никакого босс-файта, естественно, не будет. Но мы можем убежать, да? Единственный наш способ — прятаться, убегать. Или сдохнуть. А чё мне дали батарейку? Смысл? Смысл от батарейки, если у меня нет камеры? О! Нам по этому дереву надо будет подниматься. Окей, осторожно, поднимайся тогда. Так, опять сохранение. Плохо дела. Че, в воду прыгаем, что ли? Очевидно, что так. Блять. Запалил. Да, запалил. Скорее всего, тебе нужно помочиться, Ник. Я могу пошуметь, если ты стесняешься. Мы все слышим. Голоса. Пошли, миссия ждет. Если надо будет, я причиню тебе боль, Ник. Смотрите, он прям в меня светит. Он, видимо, ко мне сейчас плывет и достанет, да? Он услышал, что кто-то нырнул, да? Вон они, придурки. Пока эти ослы ебучие отвлеклись, надо зайти сюда. Защелку можно закрыть? Да, на защелку желательно. Дебилы, блядь. Два бинта. Как туда зайти? Чертовы стервятники, сколько трупов вы уже подобрали, а? А, опять? Я продолжаю возвращаться? Что за черт? Мне кажется, это все твои... Все, это все плоть твоего воображения, скорее всего. Фух, ребят, ну мне кажется, мы за эту серию... Ага, висельник уже, дохлая Джессика, да? Что там? DNTLTMG. Угу, окей. Опять игра висельника, да? Ну мы за эту серию довольно далеко продвинулись. И тупили меньше. Ну, точнее, я тупил меньше, ладно. Скажите еще. Что вы тут ни при чем, да? Самое главное, что мы на камеру нашли. Потому что, блядь, ну зачем вот так делать, а? Зачем, зачем? Видимо, нас вернуть хотят, да? Хочется, на самом деле, чтобы эта игра поскорее закончилась уже, потому что мне надоело играть. Нет, так она интересная, но средняя игра, ребят. Средняя, на самом деле. Все-таки однообразно вот это вот убегать постоянно, прятаться, надоело уже. Господи. Что происходит? Мы возвращаемся, я так понимаю, да? Видимо, да. Ага. Все понял. Давай, ладно, выбираться. Откуда мы пришли? Здесь были. Надо бы перезагрузить сейчас камеру.
Я всегда с собой беру видеокамеру. Подожди, а тут же я был. Ну да. Да 100% я был здесь. Это телефон? Не здесь. Не здесь. Блять. Ах ты, ёла! А чё? А чё мне делать? Гейм овер, что ли? Чё за трэш? Да, гейм овер. Блять, беги. Блять, а куда бежать? Ёб твою мать. Вернись меня уже, ладно? Блять, чё за трэш, а? Хватит. Да. Куда мне бежать-то? Мне надо на телефон ответить, но я не могу. Он здесь где-то звонит. Но там же трэш. Там же трэш, блядь. Там же меня грохнули. Блядь. Отвечай. Отвечай, блядь. Алло? Hello? Привет. Привет, слава богу, ты жив. Сохраняй спокойствие, мы поможем тебе, мы вытащим тебя отсюда. Ты должен найти место, где спрятаться, безопасное место, где ты сможешь вспомнить вкус ее поцелуя, когда ты почувствовал, как ее шея ломается, чертов ублюдок. Блять, что за пиздец? Ребят, что за хрень происходит? Хватит, хватит пугать. Да блядь! Ёлпал, спасите! Блядь, 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 блядь. Он идет! Блядь, 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 блядь. Блядь, нет! Так, ладненько, ребятки, давайте думать, куда можно убежать. Ну, опять этот монстрюк за мной бежит, да? Да, блядь, и здесь, да ёлта-пала. Я просто, ребят, не знаю, куда бежать на самом деле. Блять, нет, не туда. И не туда. Туда тоже не пробежишь. Да, блять, нет. Да нет, ну ёб твою мать, я не успеваю. Я не знаю, куда. Туда бегу, там прохода нет. Чё-то, ребят, какой-то капец, серьезно. Ну что мне делать? Я не знаю, куда мне бежать. Опять дебильные какие-то моменты делают. Идиотски совершенно. Ну вот туда она бежит, да? Куда я не пробегу? Блять, нет, надо было открыть! Да! Ёлы-пал, точно! Точно, точно!
it in fury per aspera. Не знаю, что это такое. Почитайте на досуге, да? Блять, 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 куда ж бежать-то, ёла? Тут же все заперто. Help! И тут все заперто. Край. Блять, нет! Да лезь ты под кровать, дубина, блять! Он не лезет под кровать. Там негде залезть. Во, другое дело. Пускай они сейчас зайдут. Я тут немножко посидеть хочу. Сейчас залезть должна. Да, ломают, ломают. Сейчас зайдет, сейчас зайдет. Сейчас зайдет, ребят. Я слышал, как он выломал дверь. Ну иди сюда, ладно. Или он не зайдет. Так, усиливается звук. Усиливается, идет сюда, да? Что там творится такое? Я просто слышу, он за дверью ходит. Но сюда не заходит, ребята. Самое главное. Ладно, я выйду. Так, ребят, сорян, камера разрядилась. Надеюсь, все нормально. Так, хоп. Хоп, все нормально. Поставил другую батареечку. Здрасте! Как можно ничего, блядь? Блядь, прыгай! Да прыгай же ты, блядь! Здрасте, здрасте! Как ваше ничего? Как ваши дела? Блядь, он же сейчас грохнет меня, ну? Ай-яй-яй-яй-яй! Давай, лечись, 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 пожалуйста, нет! Лечись, лечись. Ребятки, я не знаю, куда бежать на самом деле. Ну, что мне делать? Здравствуйте. Ты будешь жить снова, но может быть... Может, упадете нахер? Здравствуйте! Здравствуйте! А нам сюда надо было бежать.
Куда? Куда бежать? Ребзи, help! Ребзи, help! Ну чё делать-то? Окей, ладно. Закрыто? А, ну это я закрыл, да. А, вот же, ну. Нашел. Блядь, беги! Они здесь. Они здесь, ребятки, быстрее бежим. Ну, перезаряжай шарманку. Все, сохраняшка. За этим заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и всем пока.